Большая палата Европейского суда по правам человека рассмотрит ряд преступлений Армении против Азербайджана. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Европейского суда по правам человека. Жалоба была подана в ЕСПЧ 27 октября 2020 года. Нарушения касаются в основном преступлений, совершенных в период Второй Карабахской войны, и включают в себя неизбирательные атаки на гражданских лиц, а также гражданское государственное имущество и инфраструктуру, казни, жестокое обращение и нанесение увечий военнослужащим и гражданским лицам, захват и удерживание военнопленных. Кроме того, Азербайджан заявляет, что Армения несет ответственность за ряд нарушений конвенций с 1992 года, включая продолжающееся перемещение сотен тысяч азербайджанцев из их домов, жестокое обращение и пропажу без вести граждан Азербайджана без надлежащего расследования, уничтожение культурных и религиозных ценностей.